Очень важно, я хочу это подчеркнуть, мы разворачиваем единую систему доступа к этим льготам, потому что льготы выплат достаточно много, и непросто сейчас сориентироваться. Мне поступает даже в личные сообщения огромное количество вопросов относительно кредитов и каникул, которые введены, относительно выплат и других обстоятельств. Мы приняли решение, что мы завяжем все наши социальные службы в единую систему, она будет называться «Социальный МФЦ», и оказывать услуги через центры занятости, через центры комплексного социального обслуживания и те социальные центры, которые функционируют в муниципалитетах. Кроме того, даже в торговых центрах вот эти информационные стенды, которые сейчас заточены на информирование об условиях ведения бизнеса в территориях опережающего развития, тоже развернут систему информирования о социальных программах, условиях кредитования и дополнительной помощи, которая будет оказана. Тем самым мы все государственные и муниципальные ведомства свяжем в единую систему, когда человек сможет получить информацию и индивидуальный подход к расчету и выплате льгот в любом месте, где он соприкасается с государственными организациями. Сделать это просто, без дополнительных потерь времени и в удобном формате – та задача, которую я ставлю перед органами власти.